Приехав на курорт в поисках работы, 24-летний уроженец Таджикистана занялся сбытом героина. О деятельности молодого человека вскоре стало известно сотрудникам наркополиции. Задержали преступника с поличным во время очередной сделки. Наркоторговец и потребитель встретились днем на улице Клубничной. Мужчина передал покупателю 5 чеков, за что получил требуемую сумму. Зафиксировав факт реализации, оперативники приступили к задержанию. Пока одна группа задерживала покупателя, другая догоняла сбытчика. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. У гражданина Таджикистана было обнаружено более 100 граммов героина. Примерно столько же оперативники изъяли в его съемной квартире. Большая часть наркотического вещества была расфасована в удобной для сбыта упаковке небольшого размера. В отношении иностранного гражданина было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев его материалы, суд Центрального района Сочи признал подсудимого виновным и назначил наказание 10 лет лишения свободы. Их молодой человек проведет в колонии строгого режима.